Приветствую вас, дорогие друзья! На связи с вами снова Сергей Куликов, он же моряк, и это фокусы от моряка.ру. Я думаю, вы догадались, что в этом видео мы с вами будем чествовать победителей конкурса «Лучший комментатор», который проходил у нас в июле месяце. Итак, предлагаю, как обычно, время не тянуть, перейти и глянуть, кому же фортуна улыбнулась в этот раз. Ну что ж, друзья, давайте посмотрим, кому повезло в этом месяце. А повезло нам у нас, как обычно, трем матросам, которые постарались и написали прикольные комментарии. А кто-то не старался, но просто сам излагает очень прикольно свои мысли. Итак, ладно, начнем. Как обычно, место номер 3 и комментарий, который мне понравился, принадлежит матросу, который скрывается под ником Андрей Голомоносов. Андрей Голомоносов и его комментарий к видео «Как всегда выигрывать деньги, используя колоду карт». Итак, что же мы подарим Андрею? По сложившейся традиции, конечно же, мы начнем с классики и подарим ему вот такую колоду, которая называется «Авиатор». В скором времени, кстати, выйдет обзорчик на такую колоду, так что ожидайте. Итак, Андрей Голомоносов, я вас поздравляю. Колода карт «Авиатор», очень, кстати, прикольная колода, отправляется к вам. Итак, место номер 2 и комментарий, который мне понравился. Точнее, это даже не комментарий, этот парень написал стих. И ник у этого матроса Илья Дружинин. Илья Дружинин и его комментарий к моему недавнешнему обзору на колоду с американскими президентами. Итак, что же получает у нас Илья? А Илья точно так же получает у нас классическую колоду, очень прикольную, очень популярную колоду Bicycle Standard. Идеальнейшие карты для новичка, как по мне. Ну, конечно, наряду там с Фениксами, Талихол и т.д. Хорошо, едем дальше. Первое место мне понравился комментарий человека. Очень прикольно написал. Видно, что не сочинял, а просто так писал от себя. И я дарю... Стоп. И это матрос, который скрывается под ником... Вадим Романенко. Вадим Романенко и его комментарий к моему, к нашему прошлому итогу конкурсов. Вот так вот сложилось, что к прошлому итогу конкурсов за июнь месяц Вадим написал коммент. И Вадиму мы подарим прикольные картишки, которые называются Талихо Фан Бэк. Вот такие вот сегодня у нас призы. Дорогие победители, я вас поздравляю. Обязательно пишите мне ваши координаты, фамилию, имя, отчество и координаты для доставки карт. Для тех, кто не знал о наших конкурсах, я напоминаю, что конкурс у нас длится комментаторов постоянно. Но отсечки мы делаем по месяцам. То есть, если закончился месяц июль, переходите к августу, ради бога, пишите в августе комментарии, возможно, ваш комментарий за август окажется лучшим. Ну что ж, друзья, на связи с вами был Куликов Сергей, он же моряк, и да хранят вас боги моря и небес. Пока!